И сегодня же у президента обсуждались меры государственной поддержки спортивных организаций. Как отметил глава государства, необходимо помогать только тем из них, которые сами ищут возможности получения доходов от деятельности. И главное, это спортивный результат. Только он должен быть мерилом всех зарплат, премий и прочих выплат, подчеркнул Александр Лукашенко. Однако далеко не все клубы добиваются серьезной динамики в привлечении средств из внегосударственных источников, рассчитывая больше на господдержку. Цель сегодняшней встречи у президента – обсуждение предложений правительства по стимулированию клубов к самостоятельному зарабатыванию средств. Все подробности в наших следующих выпусках.